Никита, посмотри, какой беспорядок. Сделай доброе дело. Убери игрушки. Доброе дело? А что это такое? Интересно, а что такое добро? Где его можно найти? Добро – это когда люди совершают хорошие поступки. Добро – это когда один человек помогает другому. Может быть, вы знаете, что такое доброта? Это помощь тем, кто в этом нуждается. Добро – это когда ты помогаешь маме. Никита, добро – это когда люди делают друг другу хорошее, доброе. Согласен? А как сделать доброе дело? Лучше я тебе не расскажу, а покажу. Вот смотри, это называется доброе дело. Есть дети, у которых нету родителей, и они живут в детском доме. В саду проходит акция «Подарок моему другу в Суздаль». Мы с ребятами собираем игрушки, конфеты, карандаши, пластилин, а потом рисуем что-то на память и отправляем это все в детский дом. А хочешь ли ты нам помочь тоже? Что такое добро? И могу научить других делать добрые дела. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.